Занятие по развитию речи. Цвет, форма, величина. Учим ребенка различать основные цвета и формы. Формируем понятие «большой», «маленький». Сейчас мы покажем занятие для малышей по обучению цвету, форме и величине. Никит, посмотри, пожалуйста, у меня здесь 4 коробочки. В каждой коробочке лежит листочек разного цвета. Давай с тобой назовем. Это какой у меня цвет? Классный. Красный. Это у меня какой цвет? Желтый. Это у меня зеленый. Зеленый. А это, Никита? Голубой. Синий, Никита. Синий. Да? А у тебя лежат магнитики. Давай подвину коробочки. Положи каждый магнитик по цвету в свою коробочку. Молодец. Да. Хорошо. Никит, какие ты положил магнитики сейчас? Классные. Красные. Посмотри. Молодец. 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 Правильно мы с тобой собрали? Давай назовем. Это у нас какие магнитики? Красные. Красные. Здесь какого цвета магниты? Желтые. Это какого цвета? Зеленые. А это синие? Это синие. Молодец, Никит. А теперь посмотри. У меня есть вот такие матрешки. Они все разного размера, подружки. Ну-ка, давай посмотрим на них. Найди мне, пожалуйста, среди этих матрешек самую маленькую. Вот она. А найди самую большую. Вот она. А давай мы теперь с тобой будем строить матрешек по росту. Самую маленькую поставим в этот уголок. Самую большую поставим в другой уголок. А теперь построй оставшиеся матрешки по росту. Нет, вот прям друг за другом. Посмотри, давай найдем самую маленькую. Найди, где среди этих матрешек самая маленькая. Вот она. Давай ставим к маленькой матрешке. Среди этих двух найди самую маленькую, Никит. Вот это поменьше. Сюда ставим. Молодец. И эту матрешку. Вот сюда поставили. Посмотри, сколько у нас матрешек, Никит? Много, скажи. Много матрешек. Эта матрешка самая маленькая. А эта матрешка? Самая большая. Самая большая. Этих подружек мы убираем, а маленькую матрешку и большую оставим. Будем мы сейчас с ними играть. Посмотри, я тебе даю кубики. Давай синие кубики. Найдем вот синие большие кубики. И синие. Сейчас дам и красные. И маленькие. Смотри, синие маленькие. Большие красные кубики. И маленькие красные кубики. Для большой матрешки поставь большие кубики. А для маленькой матрешки маленькие. Вот сюда прям матрешки. Давай. Большие к большой матрешке. А маленькие? К маленькой матрешке. Так, маленькие кубики. Куда? Ну, давай. Нет, не на матрешку, а рядом поставим. Вот сюда поставим. К маленькой. А большие? К большой. Молодец, Никит. Какого цвета у нас кубики, Никит? Это какой цвет? Классный. А это какой? А это какой? Синий. 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 Хорошо, молодец, Никит. Спасибо, матрешки. А давай теперь с тобой будем, Никит, строить дорожку. Дорожку будем строить. Вот смотри, у меня здесь еще есть шарики разноцветные. Да, шарики. Посмотри, вот какие шарики. Бери их себе. И маленькие кубики возьмем, Никит. Вот шарик укатился. Мы сейчас с тобой будем строить дорожку. Давай, Никит, вот все у тебя. И шарики, и кубики. Посмотри, я буду ставить фигурку, и ты такую же будешь находить, как я. Найди красный кубик. Поставь рядом со мной. Хорошо, вот так. Возьми желтый кубик. Нет, это я взяла. И вот сюда ставим. Хорошо, хорошо. Возьми зеленый кубик, Никит. Хорошо, давай так. Возьми зеленый. Так, ну ставь. Так, хорошо. И какие у нас с тобой кубики остались? Какого цвета? Никит, ну какого цвета? Синего. 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 Давай, я свой кубик, а ты свой кубик. Так, хорошо. Молодец, Никит. А теперь рядом с синим цветом поставим синие шарики. Вот так, рядышком. Так. Желтые шарики поставим с желтой дорожкой. Хорошо.
зеленые шарики рядом с зеленой дорожкой. Они у нас стоят вот так, Никита. А красные с красной. Красивая получилась дорожка? Красивая. Так, дорожку убираем. А теперь давай попробуем поиграть вот в такую интересную игру, Никита. Да? Есть такие разные формы. Посмотри, кружок, квадратик. Подожди, давай мы на них посмотрим. И треугольничек. Для каждой фигуры найдем свой домик. Давай, вращаем. Какую форму будем опускать? Кружок? Вот, да. Хорошо. Попал свой домик. Следующее что возьмем, Никита? Ты выбери сначала, Никит. Квадратик или треугольничек? Что мы будем опускать? Квадратик. Квадратик. Ну, ты все домики нашел. Хорошо. И что у нас осталось? Треугольник. У нас с тобой остался треугольничек. Ну-ка, давай искать, где его домик. Так, ищем, ищем. Примахнулся. Ну, давай еще крути. Ну-ка, вот, Никита, все. Все? Все фигурки мы с тобой собрали в домик. Молодец, Никита, умница. Давай поставим на место. На этом наше занятие закончено.